Пока на Россию сваливаются санкции и ограничения, в Магадане наступила весна. Будет ли нас радовать хорошей погодой эти выходные или нет, мы узнаем у жителей города. В воскресенье 6 марта в Магадане переменная облачность. Температура воздуха ночью минус 12, днем до минус 8 градусов мороза. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. 747 миллиметров ртутного столба. Влажность комфортная, 45%. В понедельник, 8 марта, в Магадане значительно облачно. Температура воздуха ночью до 14, днем до 9 градусов мороза. Ветер северно-восточный до 300 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 744 миллиметра ртутного столба. Влажность комфорта 50%. Во вторник, 9 марта, в Магадане пасмурная погода. Температура воздуха ночью до 10, днем до 5 градусов мороза. Ветер северный. Атмосферное давление очень низкое. 736 миллиметров ртутного столба. Влажность комфортная. 57%.